Прикройте кто-нибудь! Уходите оттуда! Извинить надо! Видел тут пацана на обочине вчера.
держи прямо. Черт возьми, прямо. Он же всего один, правда? Оп, а если два? Двое парней. Нет, нет, быть не может. Он один. Нет, 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 один. Ты и он. Да где же он, черт? Выходи, паскуда! Боже, где же он? Я знаю, где ты здесь. Подожди. Верно. Сдавай мне оружие. Я сейчас вспомнил Джинджу из лунной гостиной во Франкфурте. Милашка, Тиффани Зет из Белого Лотоса в Сан-Руан. Вот настоящая красавица. Посмотрим. Маргарита, Эльгато, Богати. Тина из Медного Шеста в Торонто. Для меня нет лучше. По вторникам она показывает фокусы с теннисными шариками. Я такие шоу видел. Такого не видел. Так, без оружия. Давай, руки вверх. В этот раз он не продает оружие, он его раздает. Не смеши меня, он же торговец оружием. Чтобы жить, он должен торговать. А он затаился, что-то замыслил. Все, хватит. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на главном, на людях. Они нас больше не слушают, не повинуются приказам. Они источник опасности, а не этот шакал. Входи. Ты знаешь Грифса? Я Тамбоса, лидер СНС. Отлично. Вот такой человек нам и нужен.
Стране не хватает морфия. Достать нереально, совсем никак. Люди впадают в ужас, когда заходит речь о хирургической операции. Они используют что угодно, чтобы заглушить боль. Дефицит нам на руку, правда. Меньше операций, меньше солдат выживают. У Афот имеется небольшой запас закиси азота. Нужно его уничтожить. Газовые баллоны находятся в старой стоматологической клинике, к западу. А баллоны сложены в грузовике примерно на уровне груди. Их прекрасно видно всем вокруг. Неподвижная цель, которая даже сдачи дать не может. Мистер Грифс научился принимать особенности нашей работы. Всегда нужно искать положительные стороны. Итак? Мы заплатим камешками, как и обычно. Стоматологическая клиника уничтожить баллоны с газом. Поняли? Дерьмовый мир! И все хуже и хуже. Закончено. Встретимся у почты за рекой. Может, дистанцию держать будешь? Привет. Рад тебя видеть. Мне надо поговорить с тобой о деле. Тут за углом почта. В ней ты найдешь пакет. В пакете крышка распределителя. Она подойдет к автомобилю, который ты ищешь. Забери ее. Ты, я так понимаю, должен взорвать грузовик. Лучше почини его, а потом отгони в гараж в Сефапейн. Я там работаю. Буду с тобой честен.
Механик из меня никакой. Но моей семье нужны деньги. С продажей жилья я справлялся лучше, тогда в Дубае. Но здесь такой работы нет. Должен тебя предупредить. Ты понесешь опасный груз. Пожалуйста, без резких движений. Я не могу позволить себе рисковать. Будешь изображать ковбоя, я тебя оставлю, понятно? Запомни, надо найти почту. Будет у вас, пробирайтесь к грузовику. Thank you.
Я здесь. Нечестивым нет мира. На гольф-клубе я уже опоздал, так что время теперь есть. Хочешь, я тебя подстрахую, чтобы беды не случилось? Буду здесь.